Замена свечей зажигания на двигателе объемом 2 литра. Снимаем декоративную накладку с двигателя, потянув ее вверх. Чтобы получить доступ к болтам крепления двух катушек зажигания, головкой на 16 ослабляем затяжку пластмассовых пистонов, на которых крепится декоративная накладка, и отворачиваем пистоны от руки. Головкой на 8 отворачиваем болт крепления катушки зажигания. Извлекаем катушку зажигания из свечного колодца и отводим ее в сторону. Свечной головкой на 16 и воротком с удлинителем отворачиваем свечу зажигания и извлекаем ее из свечного колодца. В автомобиле применяются иридиевые свечи зажигания с одним боковым электродом. Вставляем новую свечу в головку ключа, и чтобы не повредить резьбу при заворачивании, сначала вращаем удлинитель рукой без воротка, и лишь потом затягиваем свечу воротком.